Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Внимание, равняйся. Руки опустили. Смирно. Добрый день, дети. Добрый день! Как ни крути, не за горами новый учебный год. По городским дорогам вновь побегут маленькие пешеходы навстречу знаниям. Для того, чтобы эта встреча состоялась, задуматься стоит и родителям, и водителям. Сейчас в детских лагерях Забайкальского края сотрудники ГИБДД проводят с детьми различные конкурсы и викторины на знание правил дорожного движения. Тем, кто знают, напомнят, а тем, кто не в курсе, просветят. Расскажут, как нужно дорогу переходить и какие дорожные знаки бывают. В лагере детского дома номер 1 «Молоковка» сотрудники ГИБДД рассказали ребятам о регулировщике, а также провели для них шуточные эстафеты и конкурсы, которые, естественно, касались правил дорожного движения. На протяжении летнего периода, то есть когда дети пошли на каникулы, сотрудники госавтоинспекции проводят с ребятами в детских оздоровительных лагерях мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Когда закончатся каникулы, ребята, естественно, вернутся в город, и уже будет другая обстановка. В эстафетах участвовали 3 команды, которые хорошо проявили себя во всех заданиях. Пронесли практически без падения опасный груз, провели змейку, собрали мозаику с дорожными знаками и даже угадали движение регулировщика. Запрещено переходить. Победила команда у нас Very Good, это 4-й отряд. То есть всего принимало 3 отряда. Ребятишки в данном лагере, в лагере «Молоковка», детского дома номер 1. Ребятам вручались медали, грамоты, а также газеты и листовки по соблюдению правил дорожного движения. Да, очень понравилось. Интересные были эстафеты. Самым сложным это было, когда мяч или как баскетбол, там то, что кочки одни. Пешеход, где нет светофора. Пешеход. Когда пешеходный знак стоит, значит можно перейти дорогу, а машины должны уступить тебе. Еще есть велосипедные дорожки, где должны велосипеды, ездить. Будем надеяться, что ребята учтут эти уроки. Только с начала лета на дорогах Читы пострадали 16 детей. И согласно статистике, с началом учебного года количество таких дорожно-транспортных происшествий увеличивается. Александра Леонтьева, Илья Татауров, специально для Забинфо.ру.